Про турецькі вибори та інші актуальні світові події, що можуть мати впливи на нас з вами, ми поговоримо зараз із Андрієм Бузаровим, міжнародним оглядачем. Пане Андрію, добрий вечір. Добрий вечір. Отже, з Туреччини пропоную розпочати. Якщо взяти до уваги цифри, які зараз озвучуються, ну то власне існує досить висока ймовірність, що Реджеп Ердоган знову стане президентом. Два питання. По-перше, чи це добре для України? І по-друге, враховуючи дуже невелику різницю між кандидатами і поляризованість суспільства через вибори, чи не загрожує це внутрішнім протистоянням в Туреччині, незалежно від того, кого оголосять президент? Спасибо за вопрос. Я думаю, что я с первого вопроса вашего начну. Ни для кого не секрет было то, что Эрдоган победит выборы, поскольку личность харизматичная, личность консервативного толка, личность достаточно понятная многим турецким гражданам. И в нем турецкая консервативная часть турецкого общества, если быть точным, видит настоящего лидера. Он туркам многим понятен. И для нас он тоже понятен, для украинцев. Отвечая на ваш вопрос по поводу Турции и союзничества с ней. Турция не подвела нас за последний год, год и три месяца. Турция доказала, что она наш друг, она наш союзник даже по некоторым моментам. Поэтому я воспринимаю Турцию и лично Эрдогана как союзников наших противодействий с Россией. Даже несмотря на то, что у Турции свои отношения с Россией сложились тоже исторически. Но я всегда отвечаю уверенно на этот вопрос, потому что я знаю хорошо отношения между Турцией и Россией на протяжении многих столетий не были нормальными. Вообще, в принципе, эти страны никогда между собой нормальные отношения не имели. Поэтому это ситуативные союзы, которые рано или поздно закончится. Что касается внутриполитической ситуации, вы совершенно правы. Те цифры, которые мы сейчас видим, которые набирают оппонент или оппоненты Эрдогана, они говорят о высокой степени поляризации турецкого общества. И я напомню, что Турция является с 1987 года кандидатом на вступление в Европейский Союз. Мы являемся официально с прошлого года кандидатом на вступление в Европейский Союз. Турция является членом НАТО с 1952 года. Мы пока не являемся членами НАТО. Вот на сегодняшний членом НАТО. На сегодняшний день, независимо от того, кто придет к власти в Турции в ближайшие годы, все может измениться. Мы видим, что есть сложности с состоянием здоровья Эрдогана, есть давление внутри политическое в Турции, есть много других факторов, которые могут повлиять на долгосрочность политической активности Эрдогана. Вы должны учитывать все те факторы, которые я сейчас перечислил, и которые мы все знаем. Это границы Турции с определенными странами, это торговые отношения с Россией, которые у Турции есть, это членство этой страны НАТО. То есть очень много факторов, которые мы должны учитывать, наша дипломатия и мы все с вами. Но все это не говорит о том, что Турция может повернуться к нам спиной резко и стать союзником России. Это невозможно по историческим причинам. Поэтому независимо от того, какая будет политическая ситуация в Турции в ближайшее время, я думаю, что кардинального изменения не будет. И единственное, что может быть в Турции, это попытки внутриполитических сил играть на экономической ситуации. То, что мы видим в Австрии, то, что мы видим в Венгрии, то, что мы видим в некоторых европейских странах, когда антивоенные движения российской пропагандой выдаются как пророссийские, что не является в принципе правдой. Поэтому я не думаю, что Турция в ближайшее время перестанет быть нашим союзником. Добре, щодо іншого важливого світового гравця, видання Wall Street Journal стверджує, що китайський спецпредставник Лі Хуей під час турне Європою пропонував мир Україні ціною окупованих територій. Згодом, правда, цей меседж про мир в обмін на території спростовували і наш голова МЗС, але в Росії його озвучили, ну, власне, майже так само, мир в обмін на територію. На вашу думку, про що свідчать намагання видати позицію Росії за погляд Китаю? Вы знаете, я думаю, что на сегодняшний день для нас, для украинцев, да и для европейцев, я честно вам скажу, сам как международный обозреватель убедился в том, что Европа
ну, пытается сохранить с Китаем отношения. Хороший Китай пытается сохранить с Европой хорошие отношения, в частности, в том числе и с Китаем. Я, в том числе с США, прошу прощения, я видел это на Мюнхенской конференции по безопасности, куда лично приехал советник Си Цзиньпиня по вопросам внешней политики, бывший министр иностранных дел Ван И. И я убедился в том, что на сегодняшний день все, и Европа, и США, и Китай, они получают серьезную политические международные дивиденды и усиливаются за счет ослабления России. То есть, в принципе, всем выгодно ослабление России. Это очевидно. И в этой ситуации Европа, Европейский Союз поддерживает нас, США поддерживает нас, Китай. Он пытается балансировать, сохраняя свою доминирующую позицию в Евразии, но при этом не хочет... Что-то у нас с связком, пане Андрею. Чи чуєте ви мене? Ні, судячи з усього, ми втратили зв'язок із нашим експертом. Ні, мені редактор повідомляє, що ми відновили зв'язок з Андрієм Бузаровим. Ми завершили на питанні Китаю. З приводу Китаю є ще одне запитання у мене. Опитування Центру міжнародної стратегії безпеки університету Ціньхуа китайського показало, що лише 8% китайців вважають Росію відповідальною за війну. Тоді як майже 12% вважають, що винна Україна. Чи означає це, що китайська, російська, власне, пропаганда працює і в Китаю? І чи можна якось боротися з цим явищем? Вы знаете, я 5 раз был в Китае, я не помню влияние российской пропаганды на китайское информационное пространство. Оно достаточно монополизировано политическим руководством Китая. И я думаю, что вот те данные, которые вы привели, социологические, они указывают как раз на трактовку событий, которые руководство Китая предоставляет через свои информационные каналы своему населению. Нужно понимать, что информационное пространство Китая максимально, достаточно серьезно закрыто от влияния не только российского, но и западного в целом. Поэтому на сегодняшний день Китай держит ту картинку, то общественное мнение внутри у себя, которое выгодно политическому руководству. И это общественное мнение может измениться в любой момент. Надо понимать, что антиукраинских настроений в Китае в принципе нет. То есть вы нигде не увидите никаких демонстраций ни в Европе среди китайской общины, ни в Китае, которые бы массово призывали там бороться с Украиной и так далее и тому подобное. А вот антироссийские настроения в китайском коммунистическом обществе исторически присутствует ввиду соперничества этих двух стран. Поэтому даже в этой ситуации, в этих социологических исследованиях, которые вы привели, я не вижу угрозы для имиджа украинцев и нашей страны в принципе. Ще у нас менше хвилини лишається. Хотів ще спитати у вас про ці бої, які зараз тривають між Талібаном і Іраном. Як думаєте, чи змушується Іран менше допомагати Росії? Вы знаете, я думаю, что война возле границы Ирана для любого востоковеда была очевидна. Вопрос, где и как она начнется. Поэтому я думаю, что Иран в нынешней ситуации, он будет максимально сдерживать любой конфликт, но в любом случае война начнется. И Россия и Китай, кстати, это прекрасно понимают, потому что Россия и Китай – ближайшие союзники Ирана. А кто союзник будет Талибана, покажет время. И здесь возможны разные конфигурации. Поэтому я рискну сделать прогноз, что в ближайшее время война с высокой долей вероятности может начаться в этой части Центральной или Южной Азии. Это очевидно. И в данной ситуации это может быть определенным, как бы ни парадоксально звучало, плюсом для нас, поскольку многие западные партнеры в данной ситуации, они будут поддерживать противников Ірану. Угу. І всі, хто будуть противники Ірану, будуть союзниками України. Я зрозумів вас. На жаль, наш час закінчився в ефірі. Я вам дякую за розмову. Це був Андрій Бузаров, міжнародний оглядач.